Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите канал «Железное рукоделие». Сегодня я поделюсь с вами идеей, как можно сделать лебедя из тюбика от зубной пасты или какого-либо другого. Начнем с того, что удалим надписи и рисунок. Для этого будем использовать растворитель. Так, рисунок смыт. Дальше отрезаем 1/3. И промываем внутренность тюбика. Дальше приминаем слегка. И начинаем вырезать первичный контур, то есть с запасом. Так вот должно получиться. Дальше по отдельности вырезаем каждую сторону. Постепенно дорабатываем. Дальше придаем крыльям выразительность, то есть вырезаем перышки.
также с другой стороны. Дальше при помощи клея фиксируем крылья между собой. Немного придется подержать, чтобы подсохло. Далее нам нужно приклеить крылья вот таким вот образом. Чтобы клей лучше схватился, зашкурим эти места склейки. И также на крыльях. Наносим клей. Ждем, пока просохнет. Так, делаем голову, выгибаем полоску в обратную сторону, и загибаем вот таким вот образом. Итак, работа закончена. Для наглядности изготовил еще двух. Таких вот лебедей можно изготовить самостоятельно из тюбиков. Всем спасибо за внимание. Если вам интересны новые идеи, подписывайтесь на канал. Мира вам и добра!